Соответственно, на кадастровом учете в настоящий момент стоит земельный участок вот с тем номером, который я сказал, 32 на конце. Угу. Он имеет границы вот по границам внесения изменений в проект межевания территории. Этот земельный участок, про который мы говорим с вами, еще в 96 году был предоставлен ВСК «Искра 87 для строительства гаражей. Угу. В настоящий момент на этом земельном участке построен ряд гаражей. Угу. Ни земельные участки под этими гаражами, ни сами гаражи пока не оформлены. Угу. Соответственно, внесением изменений в закон, федеральный закон о введении в действие земельного кодекса, так называемая гаражная амнистия была проведена, да, которая позволяет, угу, каждому владельцу гаражного бокса оформить под этим боксом земельный участок и, соответственно, свой объект. Собственность. Конечно, да. Вот. Поэтому для этих целей и подготовлены эти внесения в проект межевания. Потому что в предыдущем проекте межевания на каждый бокс не были проведены соответствующие изыскания, на каждый бокс не было подготовлено земельных участков. В настоящий момент эта работа проведена, угу, и происходит уточнение всего проекта межевания по набережной в этой части. По времени есть какие-то сроки? Многих там, да, это интересует. То есть если человек не успевает в эти сроки, что будет с тем объектом недвижимости, который он планирует оформить? Ну, сроки по... Или так мы не можем говорить? Нет, сроки по проекту межевания, они, в общем-то, понятны и после проведения общественных обсуждений, если замечаний или проект на отправку не будет, он будет утвержден. В соответствии с этим проектом межевания каждый собственник может подать заявление в Комитет по управлению имуществом города Саратова, угу, и оформить свои права. Угу. То есть когда он обратится, ну, в данный момент, когда обратится. То есть обращение пока инициативное. Не поступали? Ну, пока их не может поступать, пока проект не утвержден. Угу. То есть не требуется некого коллективного обращения? Нет. В индивидуальном порядке каждый может... Так как земельные участки и сами боксы будут оформляться в индивидуальную собственность, поэтому каждый будет обращаться. Будет ли там какой-то один от них представитель, возможно, выбран, это уже их вопрос. Еще такой вопрос. Вот, ну, как бы организована вот экспозиция, и вообще приходит кто-то знакомиться, смотреть, вот были, потому что работает она, я так понимаю, что с прошлой недели два раза в неделю, вторник, четверг. Совершенно верно. Так как у нас проект межевания охватывает только конкретный земельный участок, переданный конкретному гаражно-строительному кооперативу, и заказчиком этих изменений в проект межевания был именно гаражно-строительный кооператив, поэтому вот эти все материалы уже были членами гаражно-строительного кооператива, уже были рассмотрены, согласованы, и от них уже как бы интереса или замечаний уже нет, ну и, наверное, быть не может. Да, а других граждан, в общем-то, это вопрос гаражного кооператива пока не интересовал.